Жителя города Назарова лишили прав на 31 год. Теперь сесть за руль этот водитель сможет уже только пенсионерам. Такое решение накануне принял Назаровский мировой суд. Этим летом вступили в силу изменения в законодательстве, которые предусматривают уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Житель Назарова неоднократно нарушал правила дорожного движения и позволял себе садиться за руль после употребления алкоголя. В результате он получил заслуженное наказание. Его лишили водительского удостоверения больше, чем на 30 лет и назначили 250 часов обязательных работ. На автомобиле злостного нарушителя Toyota Corolla 1999 года выпуска судебные приставы наложили арест. Если молодой человек не выплатит штраф добровольно, а это 300 тысяч рублей, то машина уйдет с молотка в счет погашения долга. На этот раз назаровец избежал лишения свободы, но если он вновь попадется пьяным за рулем, то избежать тюрьмы уже вряд ли удастся. В 2013 году был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, был лишен права управления транспортным средством на срок 1 год 8 месяцев, соответственно, с наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. В дальнейшем, в период с 2013 по 2 июля 2015 он неоднократно привлекался за такие же административные правонарушения. Соответственно, по постановлению судей привлекался к административной ответственности. За этот период общий срок лишения права управления транспортными средствами для данного гражданина составил 378 месяцев, что, соответственно, в перерасчете составляет 31 год и 5 месяцев. Также неуплаченный ими административный штраф в размере 300 тысяч рублей.